325 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в Чебоксарах. Таков план на этот год. Разрешение выдано на строительство 125 объектов. Почти 30% от общего объема уже сданы. На особом контроле администрации Чебоксар находится ряд объектов, где есть угроза несвоевременного ввода в эксплуатацию. Таких домов 11, 6 из них в микрорайоне Садовый. Отдельная тема – долевое строительство. С 1 июля вступают в силу изменения в законе о долевом строительстве. Застройщикам необходимо выполнять новые требования. К примеру, опыт работы на строительном рынке не менее 3 лет. Обязательное наличие проектной документации. Вводится надзор уполномоченного банка. Он будет контролировать каждый платеж, договоры, акты сдачи приемки, счета, фактуры. Нововведения направлены на защиту граждан.